Но подкармливание в ходе ловли лучше осуществлять, например, рогаткой. Большого количества булов уже не требуется, поэтому ракета не нужна. А несколько штук, буквально там 2-3, в точку лова можно подбрасывать с помощью рогатки. Но это требует некоторых навыков, более-менее, чтобы прицельно попадать. На больших дистанциях рогатка не работает, там нужна кобра, тоже дома лежит, но это за 40-50 метров, когда надо был запулить. Тогда есть трубочка такая изогнутая, с нее как с катапульты вылетает, как выстрел дробью из ружья примерно. Специалисты до 100 метров кидают. Здесь она не нужна совершенно. На ту сторону кидать не надо. Вот, будем ждать.